Учителя средней школы имени Сакена Сейфуллина в поселке Бураба изучают государственный язык. Занятия проходят два раза в неделю. Образовательное учреждение – смешанная школа. Как говорят педагоги, изучение казахского языка – требование времени. Курсы казахского языка в школе имени Сакена Сейфуллина начались с нового учебного года. Руководство поддержало запрос учителей образовательного учреждения, и сейчас бесплатные занятия казахского языка предлагаются два раза в неделю. Я учитель начальных классов, стаж работы 24 года. У нас преподают курсы казахского языка, преподает учитель казахского языка и литературы Искакова Сара Кабеновна. Мы посещаем данные курсы, изучаем казахский язык. Наша школа со смешанным языком обучения, поэтому нам необходимо изучать государственный язык. И мы посещаем данные курсы, изучаем это, ну, необходимо. Курс казахского языка преподает Сара Искакова, учитель с 30-летним стажем. Она делится: педагоги заинтересованы и добиваются хороших результатов за короткое время. В этой школе я преподаю казахский язык русскоязычным учителям. Многие педагоги добиваются хороших результатов. С некоторыми также предстоит еще большая работа. Многие учителя уделяют время, чтобы выучить казахский язык. В школе имени Сакена Сейфуллина получают знания 315 учащихся, трудятся около 40 педагогов. Коллектив учителей говорит, что благодаря сплоченности и дружбе легче добросовестно трудиться на пути воспитания и обучения образованной молодежи. Эльмира Оспанова, Макпал Айбабина, Жүрсін Умирзак, Алмаз Садвакасов, Кокше Акпарат.